ты не знал, узнай вместе с нами сегодня с тобой музыкальный экзамен. А сейчас? Извини, пожалуйста. Я тебя хотел бы очередной раз покинуть. Вернее, не только тебя, но и большой, не побоюсь этого слова, голубой экран. А что так? По совету друзей. Я очень волнуюсь. Сегодня мы узнали о том, что Сергею Сергеевичу Чумакову было присвоено звание народного певца. В связи с этим он решил покинуть эстраду и уйти в фольклор. К счастью, Сергей любезно согласился дать нам эксклюзивное интервью. Знаете, я даже не знаю, что сказать в эту трудную минуту. Да, действительно, я ухожу с этой большой сцены. У меня больше нет сил бороться. Я не хочу составлять никому конкуренцию. Я просто действительно ухожу. Ухожу и буду петь народные песни. Потому что мы все с детства воспитаны на этих песнях. И все знаем, что любое застолье не обходится без этих песен. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, моего коня. Спасибо, Серёга. Ну, в общем-то, не за что. Я... Ну, я надеюсь, ты... В общем, было приятно с вами общаться. То есть, я надеюсь, что мы останемся друзьями. То есть, но я должен здесь. Я больше никогда не вернусь. Всё. Вот так закончил свою карьеру Сергей Чумаков.